Амаян, все, Акжол Махмудов начинает уже борьбу с японцем. Я могу звук на каком-нибудь вот этом ковре. Наоборот, смотрите, за своим смотрите, хоп, за соперником его смотрите, да, чтобы у вас понимание было, а, вот он с этим будет, а этот вот так технически выиграл, или он прям в равную боролся со своим оппонентом, какие-то выводы, анализы делаете. Да, я тоже так думаю. Финалы завтра на одном ковре будут показывать. Финалы на одном будем смотреть. Михаил Васильевич, спасибо тебе за поддержку. Привет начинающему борцу Георгию Кияшко. Спасибо. Так, японец что делает? Японец пытается взять захват. Активней. Здесь защищается хорошо Акжол Махмудов. Пытается встать, смотри. Не, Акжол хорош в защите. Даже Роман Власов два раза у него пытался на ПВЛ в партере взять, там вытянуть, не получилось. Муса Заурович, спасибо за поддержку. Борцам из Пятигорска и Адыгеи. Большой привет, большой ассалам алейкум. Так, здесь Сулейманов 1-0 повел, там 0-1 Кусака. Смотри. Японец хороший, да. Он же по нашей сетке шел, атлета Тюлебаева, иранец выиграл атлета Тюлебаева, а этот японец остановил иранца. О, здесь 2 балла Махмуд. Акжол Махмудов забирает. Не, 2 балла. Да, 4-1. Так, Сулейманов, Амаян уходят на перерыв, друзья. Пока 1-0, минимальный такой счет. На нижнем ковре, на ковре С у нас Акжол Махмудов после первого периода лидирует со счетом 4-1 над хорошим японцем Кусака. Так, а теперь в партер отправляется Кусака, японец. И теперь Акжол Махмудов будет здесь, получил пассив и будет работать в партере сейчас. Начнет реализовывать партер. Так.
Ну что за жоу, что за акула? Армен Багратович, ты... Акжолу 2 балла не хватает, да чисто техническое. О, 2 балла отдает здесь. 7-3, ты посмотри. Выносливый японец тоже. Не сказаешь, устал, видно, что устал, но в атаку прет, идет в атаку. Ни шагу назад, как настоящий самурай. А? Так, все, один ко... Азизли, Рафик, Гусейнов и Сулейманов. Для Азербайджана сегодня день складывается очень хорошо. Вы радуете свою страну. Тридцать секунд концов, где надо работать, взорваться, когда уже устал, когда сил нету. Да ну, пытается, затянул. Бал даю, ты посмотри, чуть не затянул. На четырехбальный, чуть бедро не затянул. Акжол просто тоже сил уже нет. Что делает японец на характере? Последнее топливо в бензобаке уже идет, идет, защищается. Акжол Махмудов занимает центр ковра. Ищет, ищет, ищет брешь в обороне. Надо прыгать, надо искать захват. Входит захват с Акжолом Махмудовым. Нет, здесь, конечно, все срыв атаки. Поздравляем, в хорошей, равной борьбе против действующего чемпиона мира. Отлично отборолся Кусака, японец. В любом случае, уважение, просто красавец, хороших прошел, ребят.